Сегодня в Харькове уже стартовал турнир G1, это всемирный рейтинговый. Подъехали 20 стран, мы, конечно, ожидали больше, но в связи с тем, что политическая обстановка в нашей стране и погодные условия не позволило многим командам вылететь. Но, тем не менее, я считаю, что 20 стран – это тоже очень важно. Приехал делегат Международной Федерации, мы его встречали, ему это все понравилось. Здесь, в Харькове, как все организовывается. Этот турнир мы уже проводим не первый раз. Мы проводим его с 2013 года. Раньше мы проводили этот турнир, был класс А на уровне европейский. Сейчас она стала уже международной, всемирной федерацией проводит такой турнир. Конечно, я не могу не подчеркнуть, в этом году у нас в апреле месяце стартует лицензия на Олимпийские игры юнацкие. Как раз там попали харьковские спортсмены, и в принципе состав сборной команды уже Украина отобралась. Те, которые становятся там в призерах, они попадают на участие в юнацких Олимпийских играх, которые будут в Буэнос-Айресе. Я занимаюсь тхэквондо полгода. Мне очень нравится этот вид спорта. Я приехал сюда, чтобы поболеть за своих старших товарищей. Я очень хочу похожих на них и выигрывать медали. Я занимаюсь в секции тхэквондо у Долгополова Андрея Васильевича. Это боевой вид спорта, мне нравится быть боевым. Чтобы меня не обижали, я хочу защищать своих близких и сам себя. Я пришел поболеть за Сашу Дзюбу, Васю, Веру, Олю. Я хочу, чтобы они победили, выиграли и привезли нашу золотую медаль. Этот турнир очень хороший подготовительный турнир к чемпионату мира. Подготовку к чемпионату мира мы начали еще в декабре. Прошли ряд стартов. И в том числе прошли Турцию, где я стала чемпионкой. А это последний контрольный старт перед чемпионатом мира. На этом турнире можно подшлифовать все свои изъяны и проблемы. Ukraine Open Cup ходит разряд рейтингов в турнирах G1, где разыгрывается олимпийский рейтинг, где принимают участие ведущие спортсмены мира, где задача заработать максимальный рейтинг и зайти в шестерку лучших спортсменов мира, которые автоматически будут отбираться на Олимпийские игры Токио 2020. Самый высокий рейтинг у Ирины Рамолдановой. Она занимает сейчас почетную, это исторический момент для Украины. И Ира сейчас поднялась на шестую позицию. Я считаю, что это героизм. В наших условиях это героизм. Так, важность этого турнира для Украины – это, прежде всего, возможность у украинских спортсменов воочию увидеть, поработать, ведущими спортсменами мира, опробовать на себе международный уровень. И, конечно же, Ukraine Open Cup, он является одним из таких соревнований, где есть возможность лицезреть олимпийских чемпионов мира.